أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые телезрители, мы приветствуем вас на телеканале Хади ТВ 3 на передаче «Ваххабизм». И на данной передаче мы с вами, значит, обсуждаем тему истории ваххабизма, и также в дальнейшем будем рассматривать идеологию данной секты. И для рассмотрения данного вопроса, для изучения этой темы, мы пригласили к нам Ходжатуль Ислам валь Муслимин Шейх Курбана. Шейх Курбан, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Шейх Курбан, спасибо вам большое, то, что вы, значит, посещаете эту передачу и разъясняете эту важную для нас тему. Ну, теперь вернемся к тому, что было на прошлой передаче. На прошлой передаче мы цитировали слова Ахмад ибн Зейни Дахляна, который рассказывал нам, значит, относительно ибн, Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, все то, что было связано с ним. И, как я понял из его слов, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб объявил себя пророком. Ну, как объявил? Внешне он этого не сделал, но внутри себя он считал себя, как получается, пророком, потому что он делал те вещи, которые, скажем так, присущи только к пророкам. Допустим, вы помните, да, вы говорили то, что один человек совершил хадж, и второй раз Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, после того, как он принял его веру, этот человек, веру Мухаммада ибн Абдул-Вахаб, скажем так, оказался в их рядах. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сказал, что ты должен еще раз совершить хадж, потому что первый хадж, который ты совершил, он не принимается, так как ты находился в неверии. Ну, такие слова, я думаю, что не имеет права никто говорить, кроме как пророка, потому что кто тебе дал такое право, скажем так. Что можно еще сказать в продолжении описания личности Мухаммада ибн Абдул-Вахаба? Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة وعلى أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей. Ну, на самом деле, то, что Ахмад ибн Зейни Дахлан говорит относительно того, что он хоть и открыто не говорил об этом, но чувствовал себя новым пророком, как будто принес новую религию. И, как вы абсолютно справедливо заметили, все то, что он делал, именно об этом и свидетельствовало. То есть вы представьте себе, как будто бы человек пришел через 12 столетий после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и объявляет, что, в общем-то, вот эта религия устарела, или вы из его религии вышли, я принес новую религию, обновил эту религию, так сказать. То, что вот как раз мы обсуждали ранее, обновил эту религию, теперь вот теперь вы по-настоящему в настоящей божественной религии. А до этого вы все были неверны, причем на протяжении 600 лет. То есть половину вот истории своей истории мусульмане были неверными. 600 лет. То есть он был в 13 веке, 12 столетий прошло с возникновения ислама. 6 столетий были мусульманами, а остальные 6 столетий были неверными. То, что ибн Таймия говорил. И то же самое, кстати, подчеркивает Ахмад ибн Зейни Дахлан в своей книге «Хуласатуль Калам». «Хуласатуль Калам фи баяну мараль балад аль-харам». Это страница 303, издательство «Арадуль Харамейн». И вот на этой странице он пишет следующее. «Вакана юсарриху би такфир аль-умма мин Мунзу ситтумиати санатин». То есть он открыто говорил о том, что мусульманская умма на протяжении 600 лет является неверным. То есть это не мусульманское на самом деле общество, не общество верующих, а это общество неверных. То есть обвинил, открыто обвинил мусульманскую умму поколение, которые жили на протяжении этих 600 лет, все эти поколения он обвинил в неверии просто. Но как еще относиться к нему, кроме как к новому пророку, пришедшему с новой религией? С какой стати
все мусульмане, целое мусульманское общество, целая мусульманская умма на протяжении 600 являлись неверными. С какой стати? Что это вообще за... то есть, как вы сказали, какое он имеет право? Кто ему дал это право? Это право может иметь только человек, который принес новую религию, обновил пророк. Пророк. Да. Вот так он себя и вел. И вот интересные слова говорит Ахмад ибн Зейн аль-Дахлан. Я напомню дорогим телезрителям, которые недавно к нам присоединились, которых не было, которые не смотрели наши предыдущие встречи, что Ахмад ибн Зейн аль-Дахлан является шафиитским ученым, муфтием Мекки и Медины, авторитетнейшим человеком своего времени, автором множества книг, кстати. Множество книг. Я вот, например, в некоторых искал его книги, к сожалению, они не издаются очень редко. Вот недавно «Хуласатуль Калам» был издан в Египте абсолютно недавно. До этого, я не знаю, вроде бы каких-то изданий очень давно не было. А это издание, очень, вот, которое я цитирую, это очень древнее издание, ее можно найти только в каких-то архивах. Так вот, у него много книг, я искал его книги в библиотеках электронных, вот, на тех ресурсах, где обычно подобные труды по истории можно найти, обнаружить. И обнаружил, что у него в этих источниках только одна книга, хотя у него книг очень много. И многие из них посвящены именно вот, ваххабизму, Мухаммад ибн Абдул-Ваххабу, их идеологии и так далее. Многие из этих книг, не все, конечно же. Ну, эта книга, она историческая, которую я цитирую, «Хуласатуль Килам», она книга по истории Мекки. По истории Мекки. Она не посвящена ваххабизму, хотя ваххабизм также затрагивается, так как это тоже связано как-то с историей Мекки. Все это, поэтому он затрагивает. Так вот, я обнаружил, что на этих источниках его книг вообще нету. Его книги можно обнаружить только в каких-то европейских источниках, не мусульманских источниках, европейских источниках, каких-то вот сайтах, которые хранят на своих ресурсах какие-то исторические данные, какие-то вот, то есть, хотя, конечно, в Египте издаются некоторые его труды на данный момент, кроме одной книги, только одну книгу я нашел, это вот «Опровержение шиизма», у него есть одна книга, он опровергает шиизм. Это я к тому, да-да, я к тому, чтобы его не обвиняли в шиизме. Да, то есть это есть у ваххабизма, у ваххабитов да. есть такая привычка, кто против них, тот или шиит, или еще какой-нибудь неверный иудей и так далее. Так вот, обратите внимание, очень интересное слово. «Вакана юкаффиру кулля мен ла ятбяуху». То есть он обвинял в неверии каждого, кто не следовал за ним. Кто это может сделать, кроме пророка? Вот ответьте мне, кто может, кроме пророка, сказать, что каждый, кто не следует за мной, является неверным? Никто. Кто, кроме посланника Бога? Только посланник Бога, только пророк обладает подобной прерогативой. Почему? Потому что когда Всевышний отправляет своего посланника, он несет в себе какое-то послание, за которым нужно следовать, признав его посланником. И каждый человек, который не признает, он, конечно же, выводится из религии Бога, из божественной религии, естественно. А тут, видите, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб то же самое делает. И все эти вот признаки говорят как раз о том, что он себя считал пророком, хотя открыто об этом не говорил из-за своей трусости и боязни. Я не считаю, что вообще, если он открыто об этом не говорит, это ничего не значит. Самое главное проявление его, скажем так, проявление пророчества в его действиях, как Конечно. Он это проявлял, как он этого хотел. Это то же самое, знаете, подобно чему, допустим, ты твердишь девушке, допустим, которая занимается, скажем так, нехорошими делами, ты говоришь, вот ты являешься такой-то, такой-то. Я не считаю, что я такая. Но при этом же дела, которыми занимается она, это плохие дела, это те дела, которые не присущи женщине, скажем так, целомудренной. Ну так да, так. В данном случае тоже то же самое. Да, здесь то же самое. То, что он себя так не называл, это ничего не значит. Самое главное, то, что он проявлял себя таким образом. Абсолютно верно. То есть человек, он также боялся за это, потому что ну, авторитет ислама, авторитет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его учение, оно было колоссальным, и поэтому в подобной ситуации объявить себя новым пророком и так далее, это было бы, конечно же,
для него плачевно все это закончилось бы. Так вот, он каждого, кто не следовал за ним, объявлял неверным, «Баин кана ман мин аткаль муттакин». Даже если этот человек был одним из самых богобоязненных среди богобоязненных. То есть даже если это был очень верующий, набожный, богобоязненный человек. Он выводил его из религии, объявлял неверным и, как следствие, конечно же, убивал. Только за то, что он не последовал за ним. Фаюсаммияхум мушрикин. И он их назвал, этих людей назвал неверными, многобожниками. Ваястахилду димааху ва амвалахум. И разрешал убивать их и грабить их, отнимать у них имущество. У людей, у мусульман, обратите внимание, здесь он не воевал с французами, англичанами и так далее и тому подобное. Он не воевал с ними, точно так же, как и его последователи сегодня воюют только с мусульманами. Враждуют только с мусульманами. Находясь в двух шагах от Израиля, они едут в Израиль лечиться, но никак не враждовать с ней. Есть вот репортаж был в израильском телевидении, где показывали вот этих вот бравых ребят, которые лечились в израильских лечебных медицинских центрах. При этом они враждуют со всяким мусульманином на этой земле, на мусульманских землях. Ну, то же самое делал и Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Он не враждовал ни с одним неверным. Он враждовал только с мусульманами, с суннитами. С суннитами. Я это буду очень долго повторять. Буду говорить и говорить, с кем он враждовал, кого он убивал. Чтобы все уже запомнили это, чтобы поняли, что это за течение, что это за люди. И кого он называл неверными. Кого он называл неверными? Угу. Да, суннитов. Суннитов он называл неверными. Шафитов, маликитов и так далее. Шейх Курбан, я прошу прощения, мы вынуждены прерваться на перерыв, после мы продолжим. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после нескольких секунд мы обязательно продолжим данную тему. Уважаемые братья и сестры, мы снова с вами. Хотелось бы напомнить то, что вы находитесь на передаче «Ваххабизм», где мы с вами рассматриваем историю ваххабизма. И для разъяснения данного вопроса мы пригласили к нам в студию Худжатуль-Ислама аль-Мусульма Шейх Курбана. Шейх Курбан, я снова приветствую вас, прошу прощения за то, что я вас перебил. И мы с вами как раз так говорили о личности Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, и как мы с вами выяснили, этот человек называл себя, ну не то, что называл себя, считал себя пророком, несмотря на то, что он себя так не называл. Ну, называть это не столь важно, а самое главное, это проявление пророчества в его действиях. Он так себя проявлял, он так себя показывал, преподносил себя как, скажем, пророка. И то, что он себя так не назвал, это ничего не значит. Мы по названию не судим людей, мы судим их по поступкам, которые они совершают, по действиям. Что можно было бы сказать в продолжение данной темы? Да, я дочитаю эту цитату и на этом закончим. Хорошо. С этой цитатой. «Ваястахилду димааху ва амвалахум». То есть разрешал убивать и грабить. Кого убивать и грабить? «Аткаль муттакин». Самых набожных из людей. Речь о них сейчас идет. Самых верующих мусульман, самых набожных из них он разрешал убивать и грабить только из-за того, что они не следовали за ним. وَيُسْبِتُ الْإِيمَانَ لِمَنِ اتَّبِئَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَفْسَقِ الْفَاسِقِ. Он говорил, что называл верующими каждого, кто следовал за ним, даже если это были самые испорченные и развращенные люди из всех развращенных. Из всех испорченных. То есть вот, это, вот этот подход. Вот этот подход обычно использовали и можно прослеживать у людей, которые... Вот лжепророков. Лжепророки всегда вот обладали подобным качеством. Им
было главное для них, это то, последовали за ними или не последовали за ним. Вот это как бы особенность лжепророков. Таким образом, мы видим, что вот эта вот секта, которая, в общем-то, возымела влияние благодаря вот этому ранее упомянутому договору с Мухаммадом ибн Саудом. Я расскажу коротко, очень коротко, потому что история, это история, история династии, прошу прощения, династии Саудов, она, в общем-то, это история нескольких веков, это не история там 10-15 лет. Это история нескольких веков. Я коротко очень расскажу, чтобы телезрители могли иметь хотя бы приблизительное представление о том, что из себя эта династия представляет. Ну, я напомню, то есть повторюсь, что после заключения договора, в общем-то, на самом деле Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и в последующем его дети, его внуки, его последователи, они на самом деле стали всего лишь марионетками в руках семьи Сауда, династии Сауда. Они просто их использовали. Ну, при жизни самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба это было еще не так ярко, не так ясно. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб еще при жизни имел какое-то влияние. Это очень важный момент. Почему? Потому что согласно договору, изначально заключенному, светская власть должна была принадлежать семье Сауда, а духовная власть, религиозная власть должна была принадлежать, естественно, Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу и его потомкам. Но самому Мухаммаду ибн Абдул-Вахабу они такую власть дали. А после Мухаммада ибн Абдул-Вахаба они эту власть отняли и присвоили себе. И по сей день так и продолжается. То есть вот эти вот люди, которые называются Али-Шейх, которые формально руководят религиозными институтами в той же самой Саудовской Аравии, то есть так называемые муфтии, они на самом деле ничего в религиозных вопросах не решают. И для, чтобы понять это, просто нужно с ними пообщаться, посмотреть. Это очень безвольные, в общем-то, довольно-таки бесхребетные люди, которых уже давно сломали и просто держат как кукол. Это просто вот такие декоративные люди, которые нужны семье Сауда. А все религиозные фетвы, кого такфирить, кого объявить неверным, кого считать мусульманином и так далее, что считать неверием, а что считать верой и так далее, и тому подобное, все эти вопросы после смерти Мухаммада ибн Абдул-Вахаба решает сама династия саудитов. То есть это полновластные правители. Они никому никакого права не дают, ничего не дают контролировать, все контролируют сами. Это все началось со смерти Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Хотя я опять-таки говорю, какие-то восстания, какие-то попытки отнять эту власть и как-то вот, не знаю, поделить что ли эту власть, попытки были, восстания были, они жестко давились и, в общем-то, вот эти так называемые ихваны, они всегда терпели поражение. Семья Саудов, она, в общем-то, давила вот это вот попытки как-то отделить эту религиозную власть от династии Саудов и как-то ее немножко придать ей независимость какую-то. Это не... Вот как после заключения договора с Мухаммадом ибн Абдул-Вахабом они начали захваты земель в самом Неджде. То есть началась война, борьба, и, в общем-то, сначала они боролись за Неджд. И на этот момент их никто не трогал, потому что, ну, война шла такая между эмиратами, были эмиратства, салтанаты, княжества, если понятнее это слово, княжества отдельные, которые между собой конфликтовали. То есть на самом деле агрессором был в данном случае Мухаммад ибн Абдул-Вахаб со своим покровителем Мухаммад ибн Саудом. Они, и им это удалось. Они, в общем-то, захватили Неджд. Они овладели Недждом, но этим не удовлетворились. Решили дальше, пойти дальше, но это продолжалось довольно-таки долго. Пойти дальше и покусились на прибрежные районы Персидского залива. И позже также напали на Мекку,
то есть совершили, попытались захватить Мекку, им это какой-то степени удалось. Но центральная власть халифата, которая османская власть османского халифата, она, в общем-то, не стала закрывать глаза на то, что какая-то династия, какой-то князь, если хотите, да, если выражаться, приводить параллели, какой-то князь решил захватить все. И, в общем-то, они их уничтожили. Османы их уничтожили. На самом деле полностью просто уничтожили. Перебили все потомство, убили и так далее. В общем-то, вся династия была истреблена, какая-то небольшая часть была перевезена в качестве военнопленных в Египет, потому что это делалось правителем, руками правителя Египта. Была переведена. Этот промежуток длился 73 года, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, больше 70 лет, чуть больше 70 лет. То есть, когда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и Мухаммад ибн Сауд заключили договор, они вот захватили власть, создали Дерийский эмират, так называемый Дерийский эмират со столицей в Дерие. И до того момента, когда они были полностью уничтожены, вот это все длилось более чуть 70 лет. Но это, на этом их, в общем-то, власть закончилась. Но спустя некоторое время некоторые члены этой семьи, в общем-то, попытались создать следующее государство, но на этот раз они сделали это в Эр-Рияде. Они напали на Эр-Рияд, захватили власть. И с Эр-Рияда, в общем-то, какой-то около 60 лет, 60 лет, они вот там уже правили. И те же самые попытки захватить весь Аравийский полуостров тоже совершались, но опять-таки они потерпели поражение от рук Османской империи, Османского халифата. То же самое, в общем-то, то же самое поражение они потерпели. В результате они оказались в Бахрейне, оказались в Катаре, и из Катара уже были выдворены в Кувейт. Из Кувейта они в конце 19 века, в самом конце 19 века, Абдул-Азиз ибн Абдул-Рахман, самая влиятельная, сыгравший очень большую роль в истории этой династии, в конце 19 века возвращает себе власть, в общем-то, и в начале, если не ошибаюсь, в Уейне, он, или нет, прошу прощения, в Дерие он захватывает власть, возвращается в Дерие из Кувейта, и он вырос в Кувейте, вообще его отца выдворили в Кувейт, а сам он вырос в Кувейте, и, в общем-то, до 22 лет, до 20 лет примерно, где-то до 22 лет он, в общем-то, вынашивал план возвращения, вернулся в Дерие, там захватил власть, сплотил силу, и, в общем-то, позже осуществил поход в Эр-Рияд. Это ему удалось, он с успехом это у него получилось. И, в общем-то, с того момента, это где-то самое-самое начало 20 века, это 1902 год примерно. 1902 года, когда он захватил Эр-Рияд, основал там государство, уже третье государство. Третье саудийское государство. И с тех пор вот это вот государство, оно существует. И с самого начала Абдул-Азиз ибн Абдул-Рахман получил поддержку, заручился поддержкой Британской империи, и, в общем-то, в начале, конечно же, Британская империя оказывала в первую очередь материальную помощь, ну, потом уже и политическую помощь оказала. В 1927 году впервые первая страна, которая признала Саудовское королевство, официально признала, это была Британская империя в 1927 году.
Я просто хочу дать понимание того, что из себя представляло вот это вот государство, потому что, возможно, некоторые телезрители не совсем имеют представления, что на тот момент это представляло и почему нужно было Британской империи признавать легитимность этого государства. Вот обратите внимание, сегодня есть террористическая организация, называемая Даиш, ИГИЛ и так далее, там подобное, которая вот действует на территории Сирии и Ирака. Террористическая организация. Всеми странами, в том числе и Российской Федерации, эта организация признана запрещенной. Она, в общем-то, террористическая организация. Это люди, которые убивают людей, невинных людей. Но при этом эта организация объявила себя государством, коим не является. Это просто объявило государство. И обратите внимание, представьте себе, если сейчас кто-то возьмет и признает это на самом деле государством. Какая-нибудь страна объявит вот эту организацию государством со столицей в Мусуле или же в Ракке, например. Каково это будет? Что это будет? Как это будет расценено мировым сообществом? Вот то же самое, ровно то же самое, не что-то другое, потому что вот эта вот террористическая организация, она делает ровно то же самое, что сделала в свое время династия Саудов. Династия Саудов сделала. Ну, на самом деле, они-то друг от друга недалеко находятся, это, в общем-то, довольно-таки смежные группы, и поэтому, естественно, опытом друг друга пользуются и, в общем-то, заимствуют опыт вот эта вот организация, заимствует опыт этой династии. И вот каково это будет? Каково будет вот сегодня какой-то стране признать, как вы думаете? Как это будет расценено? Вот то же самое сделала Британская империя в 1927 году, признав вот эту вот власть легитимной, признав ее. Ну, конечно, она должна была признать, потому что она вырастила, она вложила в эту династию деньги. И главный интерес, конечно, заключался не в нефти, потому что нефть позже обнаружилась. Главный интерес на тот момент заключался именно в развале халифата, исламского халифата Османской империи. Что им и удалось в дальнейшем. Они в том числе поддерживали иракскую власть, которая иракских мятежников, которые восстали против халифата, против Османской империи, ну и так далее. То есть вот эти вот поддержка разным группам, которые выступали против Османской империи, она со стороны Британской империи всегда существовала, в том числе и в пользу династии Саудов. В любом случае, сейчас уже эта династия является принятой, Саудовская Аравия, она принимается как государство, я думаю, что почти всеми странами, да? Ну, конечно. Ну, в принципе, если бы попытались бы, можно было бы сделать то же самое и ровно с таким же успехом можно было бы то же самое сделать с этой террористической организацией. Возможно, они этого и добиваются, вот эта вот террористическая организация. Возможно, это и будет в дальнейшем. Мы еще об этом не знаем, так как еще много надо. Ну да, со современной ситуацией, политической ситуацией в мире и не такое стоит ожидать. Чек Курбан, спасибо вам большое за такой прекрасный, скажем так, разбор. Но мы обязательно с вами увидимся и продолжим обсуждать эту тему на следующей передаче. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. Мы, как всегда, вынуждены с вами прощаться. Но обязательно на следующих передачах мы продолжим обсуждать данную тему. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.